Всем привет, ребята, с вами Натали, добро пожаловать на мой канал, ко мне на ручки пришла Фифи. Надеюсь, она не будет мне мешать снимать видео. Кися, ты не будешь. И сегодня у меня распаковочка с Алиэкспресс. Я сходила на почту, забрала свои посылочки, долгожданные и не очень. Взяла вот этот ножичек, что-то как-то коротко в нем. И распакую вместе с вами. Сразу хочу сказать, что все ссылки на все товары, которые я сегодня распакую, я оставляю в описании видео. Если что, переходите, кликайте. В поддержку канала вы можете поставить лайк, написать коммент. Вообще здесь всякая, знаете, милая милота, судя по всему, потому что посылочки маленькие, но мы надеемся, что удаленькие. Такой голубой маленький пакетик, а в нем... Это приехали мои носочки. Я эти носочки заказала, потому что они напоминают словно какую-то картину. Картинной галереи. Ну, конечно, не современного искусства, по-моему. Для современного слишком простенько. Какие они длинные. Вы только посмотрите. Как они сочетаются классно с моей кофточкой, с моим свитером. Здесь такие вот подсолнухи. Сами носочки прозрачные. Частично такие носочки напоминают о детстве. Потому что у меня были в детстве тоже прозрачные носки. На них вот был какой-то такой принт. Помню, когда ветреная погода, ты такой бежишь и продувается. Тебя прям продувается. Потому что они конкретно так пропускают воздух. Но вообще носочки прикольные, довольно-таки качественные. Понятно, что сейчас на холодное время в них-то особо не походишь. Только если для всяких фотосессий, да? На зиму нужно что-то тепленькое, но они забавные. Следующая желтенькая посылочка. Такое ощущение, здесь нет даже, не знаю, там 50 грамм. Главное не порезать, что внутри. Тайна, покрытая мраком. Смотрите, как все упаковано. Ну, мы-то знаем уже с вами, что это такое. Точнее, я знаю. Ребят, по-моему, это сережки. Помните, да, нашу фишку, что почти в каждой распаковке, точнее, не почти, а в каждой, обязательно есть сережки. Ну, как без этого? Я не представляю свою жизнь без сережек. Да, кстати, мне бывает, пишет Наташа, которая снова распаковывает сережки, сидит даже без сережек. Сегодня вот, сережки в виде карандашей. А здесь очень-очень красивые серьги в виде таких полупрозрачных кружочков. Розовый, зеленый, желтый. И это все держится тоже на таких половинчатых шариках, очень симпатичных. Мне это напоминает какие-то пуговицы. У меня в детстве у бабушки в комнате была такая большая коробка, где хранились пуговицы. Я обожала сидеть и их смотреть. Вот это очень похоже на какие-то пуговки из детства. Нежненько смотрится, я думаю, мне очень пойдут. Посылки все меньше и меньше. Посмотрите на этот размер. Это вообще как? Во, она меньше моего лица. Что там такое? Ребят, сережки. Смотрите, как упаковали. Сережки лежат в пакетике, и к нему приклеены с двух сторон пенопласт. И все это замотано скотчем. Какие-то умельцы в Китае нашлись. Запаковали интересненько. Сами сережки очень необычные, но прям милые. Мне нравится здесь сочетание оттенков. Здесь такой синий, голубой, белый и желтенький. Они представляют из себя какую-то прозрачную, такую продолговатую основу, на которую приклеены фигурки. Здесь как будто полумесяц. Вот это похоже на облачко, но на самом деле это не облачко, а как будто соединенные три точки. И вот такие синие у основания кружочки вытянутые. Очень симпатично все это выглядит. Мне кажется, в этих сережках будет здорово сделать фотосессию на фоне голубого-голубого неба. Такого солнечного, красивого. Ну, или пойти в музей современного искусства. Какая чисто вот у меня ассоциация, потому что они очень такие необычные. А, здесь у нас какая-то коробочка. И внутри. Что интересно, так могли запаковать? Мне кажется... Вероятно, чехол на телефон. Кстати, помните, как я раньше давно-давно снимала видео про сюрпризатор? Напишите, помните ли вы те времена? Я все время просила, напишите в комментарии, как вы думаете, что может быть в этой коробочке? Давайте вот сейчас попробуем, ребят, минутка ностальгии. Как вы думаете, что может быть в этой коробочке? Вот ее размер. Что же здесь может находиться? Пиши в комментарии прямо сейчас. Может быть, сережки? Сейчас... Да! Сережки! Они успели, они пришли к Хэллоуину. Я очень переживала, что они не успеют. Короче, я заказала такие типа крипи сережки. У одного продавца сразу два вида. Серьги словно это яблочко, которое должна была откусить Белоснежка. И вот оно залилось вот этим, помните, там таким типа кровавым сиропом. Все это в мультике было очень симпатично так показано. Заливался словно этот сироп, скажем так, да, или эта кровь в виде черепа. Это вот сережки как раз с тем самым яблочком. Довольно легкий, но качественный пластик, они формовые. И вот этот красный цвет красиво блестит. В общем, сережки просто охренительнейшие. Я их надену на Хэллоуин. И еще одни. Они тоже из крипи-серии, подойдут для фанатов фильмов «Крик», потому что это серьги с той самой кричащей маской. Стыдно признаться, но я этот фильм
полностью ни разу не смотрела, видела только какие-то отрывки, и то это было в подростковом возрасте. Скажу вам честно, когда я видела эту маску, мне было очень жутко, и, наверное, только из-за этого я ни разу не смотрела этот фильм целиком. Может быть, сейчас, кстати, посмотреть? Напишите, любите ли вы этот фильм, как вы к нему относитесь. Но вот сережки с этим главным героем, с этой маской, я решила себе все-таки заказать. У этого продавца, кстати, очень много классных сережек. Именно таких, знаете, необычных, каких-то тематических, для фанатов чего-либо, просто на любой-любой вкус. Я вот выбрала такие. О, снова воздух из Китая. У-ху! Это очень маленькая посылка. Мне уже стыдно. Серьезно, это опять сережки. Распаковка будет называться Наташа, остановись, сколько можно? Ну, чисто сердечное признание, что я на днях сделала очень много заказов с AliExpress, и там очень много не сережек, поэтому, ребята, ждем. А вот эти сережки выполнены в таком стиле, который я очень люблю, но я не знаю, как до конца этот стиль назвать. Здесь месяц, звездное небо, вот такие еще звездочки золотые висят, очень это симпатично выглядит. И камушки около оснований, такие белые с вкраплениями, словно это метеорит. Это так красиво выглядит. Хочу следующее видео снимать в них. Очень классные и прям качественно выполнены. Добротные, я бы сказала. Только не сережки, только не сережки. Это как только не Слизерин, только не сережки, только не сережки. Открываем, и что мы получаем? Может быть, какую-то косметику? Вау, какая она большая. Да, это палетка теней. Очень-очень мило она выглядит, и я подумала, а почему бы нет? Я возьму ее на тест, чтобы потом поделиться с вами своим мнением. Но я думала, что она меньше по размеру. Она такая большая. Вы посмотрите, она прям крупная. Lovely Cats. Там такой смысл у этих палеток, что они все с котиками. Арты с котиками разные. И, соответственно, оттенки теней тоже разные в каждой палетке. Я выбрала вот такого большого толстого котана, который в короне сидит. Королевишный, королевский кот. И вот такая палетка внутри, тоже с этим самым котом. Выполнено все это из плотного картона, и глазки, кстати, глянцевые. Вот такие оттенки, посмотрите. Кстати, у каждого оттенка есть название. Это очень здорово. Give me mocha. Chocolate Martini, Pop of Copper, Punch Pink. Несмотря на то, что все оттенки прям такие, казалось бы, разные, но вместе они смотрятся очень и очень гармонично. Давайте попробуем сделать два свотча. Я же буду делать макияж этой палеткой на бьюти-канале все-таки, но давайте с вами свотченем по-быстренькому два оттеночка, вот фиолетовый и красный. Интересненько. Оп, красный, конечно, ну такой, по-моему, грязноватый, а вот фиолет очень красивый. Я бы сказала, фиолетово-розовый, словно такая молочная фуксия с добавлением металлика. Я ожидаю от этой палеточки чудес, и надеюсь, они случатся. Но вы пока можете подписываться на мой бьюти-канал. Я там, кстати, тестирую много палеток с AliExpress, у меня уже несколько видео вышло. Дальше, маленький пакетик. Фух, нет, не сережки. Я нашла очень симпатичные резинки для волос. И хочу сказать, что у этого продавца прям очень много действительно классных, таких цепляющих внимание резинок. Прям абсолютно на любой там вот вкус. Я решила взять вот такие типа M&M's. Желтые с оранжевым нежным таким оттенком. И розовые с желтым. Как же вкусно они выглядят. Это выглядит реально как будто шоколадное драже в глазури. Эти резинки хочется сожрать. Не знаю, как вам. А мне они понравились безумно, я считаю их красивыми, стильными, приковывающими к себе внимание. Я хочу, кстати, у этого продавца еще заказать резинок, потому что у него действительно просто какой-то огромный, неимоверный выбор, незаезженные какие-то модели, прям хочется, вот прям аж все хочется. Я резинками не так уж часто пользуюсь в своей жизни, но когда я увидела этот выбор, я такая, заказала только эти пока, остановила себя. Ну и последняя посылка. Мне кажется, это косметика снова, ну-ка. Да, это бренд Mensly. Вы посмотрите, какая красивая упаковка. Здесь такие взмывают птички, какое-то дерево. Здесь как будто камыши, да? Очень похоже на листочки камышей. И, по-моему, это была подводка или что? Я не помню, сейчас узнаю. Господи, как красиво. Нереально красивое оформление. Здесь повсюду эти птички. И сама упаковка золотая. Вы посмотрите, она прям дорого смотрится. Это, знаете что, это подводка. Да, это черная подводка. Захотелось попробовать, но больше скажу вам, купила из-за оформления. Ну, потому что это что-то нереальное. Посмотрите, как это стильно. Эти птички, эти камыши. И вот сама подводка. Она такая, как, ну, подводка-маркер, в общем.
И, по-моему, очень даже неплохая. Слушайте, ну она полностью завоюет мое сердечко, если она окажется хорошая в макияже, поэтому будем проверять. Вот такая небольшая распаковочка, много всяких милых мелочей. Я, кстати, долгое время не могла сделать заказ с AliExpress, у меня там были какие-то лаги, но вот буквально дня 4 назад я все наладила и назаказывала кучу всего. Поэтому, ребята, как говорится, ждем и верим, и да, там не только сережки. Все, на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам хорошего настроения, много вдохновения, мотивации на различные делишки, и все, пока-пока. Yeah.